Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня предлагаю вместе со мной приготовить очень простую закуску к новогоднему столу. Эту закуску вы сможете приготовить буквально за 5, максимум 10 минут. Для этой закуски мне понадобится одно яйцо, я его заранее отварила и остудила, немного зелени укропа, можно также брать зелень петрушки, или можно вместе укроп с петрушкой смешивать. Немного чеснока, я его уже очистила. Плавленый сыр, немного понадобится майонеза. Также можно по вкусу любые специи добавить. И соль. Я солить не буду, так как в сыре есть соль и в майонезе. Также мне понадобится несладкий крекер. Крекер вы, конечно, можете заменить обычным хлебом. Только хлеб тогда нужно нарезать будет на небольшие кусочки. Или вырезать из хлеба любые формочки. Мне удобнее использовать крекеры. Мне понадобится блендер. Яйцо я очистила и помельче его нарезаю, вкладываю в блендер. Также добавляю сыр плавленый и чеснок. Чеснок добавляйте по вкусу. И также укроп. Добавляю майонез. Майонез вы также можете заменить на сметану, смешанную с горчицей, либо на йогурт. Но вкус, конечно, уже будет другой. И все измельчаю до однородной консистенции. Масса получается вот такого нежно-зеленого цвета. Она не должна быть очень жидкой, чтобы наша закуска держала форму. Теперь мне понадобится кондитерский мешок. У меня вот такие одноразовые мешки. Насадка звездочка. Перекладываю подготовленную массу в кондитерский мешок. И на каждый крекер выдавливаем подготовленную массу в виде елочки. Примерно вот так должно получиться. И так поступаем со всеми крекерами, пока у нас не закончится начинка. Такие елочки можно украсить зернами граната, мелкими кусочками цветного болгарского перца, кусочками киви. Это уже на что хватит вашей фантазии.